поклонники, здравствуйте, любители исполнительства на гармонике, любители игры именно на гармонике и просто любители народной музыки. Мне хочется вас пригласить в апреле месяце на свои мастер-классы, которые пройдут 19 апреля в городе Уфа и 22 апреля в городе Екатеринбург. На следующие дни после мастер-классов состоятся мои сольные концерты с оркестрами. Будет очень интересно, я готовлю новую программу, так что вас тоже на этих концертах жду. Но что касается мастер-классов, я приглашаю всех любителей гармоники, потому что это будет мой дебют в данных городах. Обычно я провожу уроки в городе Москва, или когда меня приглашают в жюри, работаю с учениками. Но прежде всего это гармонисты, которые учатся в музыкальных заведениях. А в Уфе и в Екатеринбурге я хочу видеть простых любителей гармоники. Те, которые учатся по моим видеоурокам, те, которые учатся на слух или по цифрам. Мне хочется с вами пообщаться, хочется вам рассказать то, что я знаю. Раскрою некоторые свои секреты в подготовке, в развитии техники, навыки импровизации. Вам тоже, я думаю, пригодятся. Как подбирать по слуху? Как играть так, чтобы, как говорится, фуфайка завернулась или гармошка развернулась и душа развернулась? Потом свернулась. Вот все эти приемы, которые таким красивым языком можно рассказать, все это можно объяснить. Всему этому я могу вас научить. И я думаю, всем будет интересно. Приходите со своими инструментами, с гармониками. Вы можете сначала просто посидеть, послушать мои вступительные слова, мою игру послушать. А потом выйти на сцену и показать, что вы можете. Я вам покажу, как сделать так, чтобы ваша игра еще больше цепляла за душу. Вы можете даже прийти просто с инструментом, который только что взяли в руки, и я попробую в экспресс-варианте научить вас играть на этом инструменте за полчаса или даже за 15 минут. Мне очень хочется также сказать, что будет несколько категорий билетов. Просто для слушателей, которые будут сидеть и не выходить на сцену, и, как говорится, мотать на ус, будет одна цена. Для тех, кто поднимется на сцену и будет лично со мной заниматься в течение 15-30 минут, вторая категория билетов. И третья категория билетов для тех, кто хочет в спокойной обстановке уже после мастер-класса лично пообщаться, поиграть. Те, кто, может быть, смущается, волнуется, не хочет выступать перед аудиторией. Но я вам хочу сказать, лучше как раз выступать перед аудиторией. Вы должны попробовать выйти на сцену. Вы должны почувствовать вот этот сначала мандраж, а потом почувствовать вот этот кайф, когда вы выступаете на сцене. Это наркотик, это настоящий наркотик. Все музыканты, которые не могут жить без сцены, об этом говорят. Потому что это такое чувство непередаваемое, необъяснимое. Поэтому многие даже актеры любят не в кино сниматься, а именно работать в театре, потому что это живые эмоции. Если вы попробуете, пересилите себя, подниметесь на сцену, и мы вместе с вами поработаем, я вам объясню, как лучше сыграть ту или иную вариацию, как лучше сыграть тот или иной наигрыш. Мы с вами сыграем, разумеется, дуэтом. Вы поймете, что вы тоже все это можете. И у вас будут новые стимулы. Вы будете не только лучше играть и радовать своей замечательной игрой своих родных и близких, но также у вас появится именно стимул расти дальше. Вы, может быть, даже захотите поехать на фестиваль «Играй гармонь» в город Новосибирск или другие города, например, в Иваново, и там сниметесь в телепередаче. Я хочу, чтобы мои мастер-классы стали для вас шагом вперед в освоении гармоники, и мне хочется этот инструмент популяризировать. Не только в профессиональной среде, как это делает мой замечательный, очень любимый педагог Евгений Петрович Дербенко, но и так, как это делал раньше Геннадий Дмитриевич Заволокин и делает сейчас, продолжает его семья. Итак, что касается подробностей, следите за моими следующими видеороликами, а также звоните, не стесняйтесь, по телефону. Мой личный номер 8 926 412 18 49. Итак, 19 апреля Уфа,
22-е, Екатеринбург. До встречи!